Друзья, итак, у нас 29 июля продолжается. Ну, погода похожа на то, что как будто на Байконуре запустили очередную ракету. И у нас под Вашингтоном начался чекпак. Похоже на это, посмотрите, вы только посмотрите. Вы не думаете, что чекпак у вас бывает? Смотрите. Кто живет на юге Казахстана, тот поймет правильно и знает, что такое чекпак. А между тем, температура 35-36 градусов по Цельсию. Сижу на балконе, но я не чувствую, что дует ветер или прохладу такую ощущаю. Вовсе нет. Смотрите. Бедные белки, куда же они прячутся? Получаю огромное удовольствие от того, что вижу и слышу. Слышу шум ветра, вижу, как дует ветер, но не вижу. Нету того неба, да, синего, голубого. С завтрашнего дня у нас идет понижение температуры. Сегодня было еще где-то по Фаренгейту 96, тут 30 с лишним, а завтра будет ниже 30. И потом август, и неизвестно, что будет дальше. Пока все на этом. Я вам показал то, что видел сам.